Китайские моряки, которые скоро отправятся патрулировать Аденский залив, защищать корабли от пиратов, проходят специальную подготовку, стреляют по необычным мишеням. Это воздушные шарики. Попасть в такую цель во время качки и ветра не всегда могут даже снайперы. И поэтому любой удачный выстрел суровые морские пехотинцы встречают аплодисментами. После поражения воздушных целей приступают к водным. Мишени те же, но на волнах. Время, необходимое для наведения на цель, очень маленькое, сотые доли секунды. Однако надо успеть захватить мишень в прицел. Этого и добиваемся тренировками. Впервые военные корабли Китая участвовали в патрулировании берегов Сомали в 2008 году, а сейчас готовятся уже к 13-му боевому походу.